I give up on crossbones. Too much. Что ты берешь? Я сахар там беру, я муку там беру. Fish maybe. No, no, so you have BJ. That's what I'm saying. I have BJ. So that's why I just like. Because I'm a good membership of my if I really, really need something. I can just borrow her card. Whatever Maya does, that doesn't work for me apparently. Hi! Thank you for getting the cake! Можно попасть? Вместе все девочки. I'm telling you, it was so nice. Лариса сказала, не хочет такие девочки. Какие? Там небольшие. Там... No, they're not. Если ты какой-то себе чуть-чуть заказываешь, любой чуть-чуть. Ты можешь себе заказать ногти, маникюр сделать за $40, Ларис. Ну, это не ужасно же ведь. И ты можешь провести это спа весь день потом. You can spend the whole day. $40? Да. Платишь 40, and then you can hang out there all day long. Well, if you're getting a treatment. Там есть steam room, сауна, джакузи, и есть большой еще бассейн, еще большая джакузи. Ну знаешь, я что сделала? Я с собой взяла всякие маски. Я прям от этого все максимально высосала. Я не сидела просто, я там скраб себе сделала, на лицо сделала маску, хорошо, потом сделала пио. Я прям там конкретно, а потом мы вместе уже. Сначала пойдем. Вместе. Бассейн и джакузи вместе, а потом есть женская, стимрум, сауна и это. И там надо голову ходить, там прям пальми. Если ты treatment берешь на весь день какой-то, you can use it for free. Саму комнату. Стимрум, все memories, everything. Заплатила. Потому что дома есть day pass, который cheaper, $29, но... Понимаешь? Есть гарантия, что есть availability. Они пришли люди вчера, и availability не было. Сейчас почему-то. Все. Лучше брать. А где это? Так, смотри. Там есть оплата. Кико шапка, там есть и Джен Тейлор. Нина, в клазете, в моем подвале, в игрушке клазе, там какой-то сумки. Что там? Телефон снимай, подожди. А. Фиксируй.
Вася!